всю встречу провела Мария Толстая. Ну и стартовые свисток, и начинают игру гости. Они в оранжевых трусах и белых футболках. По картинке, которую вы можете наблюдать на официальном YouTube-канале Федерации футбола Белоруссии, соответственно, слева белорусский. Ну и их состав. Матчей очень хотелось себя проявить. С хорошим настроем подошла футболистка Минска к игре. Ну и сейчас вот Диана Бакум срезает на угол уже штрафной площади. Передачу делает. И что? И гол у нас. Вот так вот не удалось забить Аветян на второй минуте. Ну а белорусские на, в самом начале пятой все-таки отличились. Там хорошая передача армянским. Армянским футболисткам. Ну вот видите вы на повторе, смотрим, что сегодня угол кипера армянок получится. Ну а белорусские тем временем продолжают атаковать. Смыкович ищет Баку. Мяч Капыша приходит, та бьет, ну и забивает второй гол. Восьмая минута. Вот так вот быстро два мяча в воротах армянок оказываются. И авторами их стали Виктория Барлюгова из Могилевского Днепра и Ольга Капыша, представляющая студенток. Я думаю, что Михаилу Соболеву и Сергею Русецкому сейчас, во всяком случае, ну, нашей женской команды международного плана, конечно, я имею в виду. Ох, какой момент у армянок здесь возникает. Залетова выходит из ворот, но все-таки армянки добиваются своего и сокращают разрыв в счете. Да, неплохой динамичный момент получился. Ну и снова вот боюсь я спутать, но тем не менее. Конечно, видно, что уровень наших футболисток, он где-то, наверное, все-таки повыше. Капыша в штрафной площади, Барлюгова бьет, но вратарь сейчас выручает свою команду. Ну, должна была завершение атак этого и последней передачи. Вот сейчас здорово Барлюгова играет на Капышу, та в штрафной, передачу делает и 3-1. И снова Наталья Смыкович, ее... Третий гол в ворота сборной Армении. Ну, еще голевая передача на ее счету имеется в воскресенье. 3-1 на 31-й минуте. Ну, все здесь хорошо получилось. Видим, мы на повторе удар. Во Франции команда, которая в этом сезоне выступала в первом дивизионе, Исилия Мулино, дебютировала в нем. Ох, какой удар мы видим. И Асмыкович забивает второй мяч на 36-й минуте. Как красиво, конечно, все было. Давайте еще раз мы насладимся этим прекрасным ударом. Видим, и приняла, и вторым касанием пробила. Конечно, очень много Беларуси и Армении в составе команды Беларуси. Две замены в перерыве произведено. Ольга Капыша теперь уже не на поле. Ее заменила Евгения Якусик. Ну и Виктория Барлюгова также вне игры. Вместо нее вышла на поле Дарья Маркова. Ну и Талин Гаспарян больше не на поле. Ее заменила Твен Дердериан. Ну и вот под... эти наши размышления. Белорусские свой пятый мяч забивают в этом матче. У него вышла 19-й номер Эми Сарксян. Две замены тоже в перерыве произвела Лиана Арапетян. Но и Асмыкович забила этот пятый гол. Мы лились с местом проведения. Но вот прошлые годы очень часто пунктами этих самых встреч были Могилев и Орша. Баку в штрафной площади бьет по воротам и забивает свой гол. Ну и он для нее первым в этом матче оказывается. 6-1. Да, совсем уж неприличным у нас преимущество белорусок оказывается. Еще раз смотрим мы. Да, Спыра просто запасных. Она за клуб в Лукняш из третьей польской лиги
выступает. Еще одна атака белоруса. Смотрим, что здесь. Осмыкович удар, но попадает Наталья в соперника. Сейчас еще одна проба пробить. Вот Якусик. Ну и в конце концов мяч таки оказывается в сетке ворот армянок. И это четвертый гол, хотел я сказать, Наталья Осмыкович. Но нет, взятие ворот не засчитано, поскольку офсайд зафиксирован. Соколович там внимательно сработало. Удар по воротам от Нестюкович, но она все-таки отличается на 82-й минуте. Классный удар в дальний угол, и 7-1. Преимущество нашей сборной еще более возрастает. Конечно, мы не можем этому не радоваться, но давайте еще раз мы... посмотрим, да, но это уже завершение эпизода. Ушла она здесь от Бадалян. Та особых ей проблем-то и не... Как и Асмик Григорян, но ее уже на футбольном поле нету. Ох, какой момент. Но опять же, офсайд его не вратарь выполняет, а Маник Сарксян. Да, голкипер, конечно... сегодня совсем уж неудачно сыграла. Сейчас вышла и... ну, может быть, да, это действие как раз-таки и не позволило Нестюкович свой второй гол провести. Ну и будем желать, естественно, Яне Арутюнян здоровья. Надеемся, что травма у нее не совсем серьезная. Ну и 7-1 мы фиксируем. Вот такой вот результат в сегодняшнем нашем матче. Ну и скажем о том, что...